Всем привет, добро пожаловать в очередной видосик, и сегодня у нас оружие только у NPC челлендж, ребят. Думаю, будет весьма интересно, всем приятного просмотра. Код автора Шеф 117, полетели. Наша задача со знатом, брать оружие только у них, больше ни у кого. Мы не сможем нигде его подымать, вот, только у NPC, поэтому подходим. Пожалуйста, скан. Ну, так, помпа, я беру помпу. Окей, улучшать по помпе мы не есть. Можем или как? Это хорошо. Че? Приручать? Улучшать. Нет, это будет имба. А, улучшать? Можем, можем. Только с NPC все, что связано. А че? О, так мы можем улучшить. Гоу к этим сразу. Понятно. Там скар заберем. Две помпуся. Бэм-бэм. Но только подожди. Давай сначала брони найдем. Броню мы да, можем. Да, у нас брать. Так азат имеет. Она жесткая. Броню мы можем брать. Слушай, ну это жестко. Это реально киберспорт, ребят, невероятный. Сейчас две помпы. Нет. Не, ну а прикол еще в челлендже в том, что нужно выиграть. Просто так помпу взять это любой как бы сможет. Надо еще и победить. Так, я броню нашел. Соло помпа. У меня золота больше нет. Если мы еще будем попытки делать, тебе предстоит меня содержать. Ну у меня 3к есть. Если хватит этого нам, то ладно. Так, у тебя казать что-то еще можем. Убейте противника с дробовика, убейте противника с дробовика. Давай возьму задание. Они его забрали уже. Они к нам, интересно, летят? Не, если к нам будет имба, кстати. Мы их здесь встретим, пацаны молодые. Это ты куда стреляешь? Я байчу их, может, прилетят к нам. А, они думаешь, на этот звук помпы фиолетовый к нам полетят? Я думаю, вряд ли. Есть. Новые треки Моргенштерна слышал? Нет. Тебе не нравится Моргенштерн? Да хватит меня фигню сбрать. Молодые парни, батапапло. Едем забирать пакеты с налом. Как вы думаете, ребят, тотальный киберспорт грозит этой катке или нет? Я ну, думаю, что да. Здесь не грозит? Не-не-не, надо пропустить. С первой катки. Надо пропуская с первой... сундуки, ты пропускаешь понимаешь, жизнь. Я люблю, когда мы просто залетаем, с первой каточки челлендж выполняем. Вот это мне нравится, вот это годно реально. Ну, сейчас так и должно быть. Челлендж руинится, ребят, когда уже больше трех попыток, это уже все. Уже тильт, уже все, это минус мораль. Бау-бау-бау. А такое у нас часто бывает, если честно. Что, я за хилом поехал? Вы-то видите уже готовые ролики, когда эй, а вот бывает конкретно это печально. То есть бывает вообще по 10 попыток. Поэтому если ты сейчас смотришь этот ролик, обязательно прожми лайкос, отпустись вниз вот так. Тыкни этот лайк. Тебе это ничего не стоит, но для нас это огромная мотивация, реально. То есть мы видим, что это нравится людям и продолжаем пилить подобный контентик. У меня тип. Это киберспорт просто начинается. Ну это ботецкий, я сейчас его быстренько уделаю. На! Вот прям настоящий. Куда идешь, брат? Французский? Куда идешь на киберспорт? На киберспортсмена не надо так идти. Так, а тут есть еще людишки, нет? Так, еще один кибер идет. Сейчас я его тоже ну, это твой. Да, это изи, для меня это легчайшее. Если у меня еще в голову попадет, я охерею просто. Здравствуйте, молодой человек. Пацаны, ну куда вы идете, пацаны? Ну, ну вы вот, понимаете? Хоть кого-то убил. Так ни хрена хоть кого-то, ребят. Показываю любого, я же на кибере. Я после стрима да. Сейчас буду разваливать. Следующих вообще. Сейчас изи, встретят, изи, ты сразу... Так, я патроны как бы ищу. Так, я иду, я, наверное, рыбок куплю, чтобы были рыбки. Так, что ты нам дашь? Бинты, зачем мне твои бинты, братан? Так, я две рыбы взял. Вот, нам пригодятся они. Пампулечку возьму. И, блин, аптеку я не смогу взять. Возьми аптеку. Погнали. Морозильник. Да, ты на своей голимой тачке. Смотри, показывай, ребят, да. Как ламба просто. За секунду просто дергает. Я тебя сбить должен это был. Ламба, это что такое? Это ламба, нереально. Это гелик. Они там батут что ли наверху поставили? Ох, нифига, так тут киберы были, я тебе скажу. У них там что-то наверху. О, тут типы до сих пор. ГГ. О, друг. А вот так вот соточку, как тебе, братанчик, вот соточку? Вот а вот так вот по башке соточку, как, нормально, внучок? Ой. Опа, у него экзотика. Ладно, не профессионал, ты пацаны. Ты убил его тоже? Так, изи, пацаны, изи. 3 года в киберспорте, как бы, нахожусь. На, серьезно. Так, дружище, ты мне дашь что-нибудь хорошее? О, у него можно двойные песты взять, экзотические. А ты можешь подобрать те. У него есть уже двойные, то есть, по сути, ты можешь подобрать их. Это же оружие NPC, да, это оружие NPC. Ты бери эти, а я куплю себе, и все. Думаешь? Ну ладно, это оружие NPC. Да. Все, только от NPC можно брать. Все. Я не знаю, зачем они, конечно. Ладно. Так у меня ничего нету на дальнях, там, на средних дистанциях. Или добивать. Вот из помпы стрелял, тебе добить резко надо. Они, может, сюда не пойдут. Пойдут. Да, идут, тихо. Приготовь, наверное, пес, нет? Или с дробашами будем? Ну, если близко, дробовик, если далеко. Так он услышит. Будет куст проверять. Смотри, как он прыгает, это какой-то кибер какой-то. Видел, как прыгает? Ну его в баню нахрен. Или спину зайдем его с пистолетов. Он тоже вкус сел. Он тоже вкус сел. Залчил, ты гонишь? Не, он побежал дальше. Не, он что, за ним пойдем? Надо было в тот вкус садиться. Пошли. С пистолета сейчас кзз его.
Еще тип, еще тип его друг. Дал. Все, пошел киберспорт. О! У меня его друг. У меня его друг. 58 дал ему в голову. Я одному дал 90. Или 70, я не знаю сколько. Нок. Изи, изи, брат. Ты чё? А, я горю, когда я горю. Ты когда разваливателем 2000 стал? Не знаю, я. Он меня просто поджигает. Из дерева не строй. Это забей это. Тебе помочь? Тебе на киберу помочь? Да, легко, пацаны. Куда пошли? Куда пошли? Вы видите, два пожилых киберспортсмена тут бегает. Ну зачем так? Вообще лук сжигательный. Просто мне не мерзать. Ну нахрен, вачалан. Попадать будем сегодня в этом году, нет? Если только песто попасть. Чё голос не дал? Чё там 5 кп у чувака? У меня. У меня жесткий тип. О! Дал 25. Я запиваюсь. Ой, у меня какой-то кибер. У меня родственник Манграла, походу, дядь. Я запиваюсь. Убил его? 170 тычечку. Пацан, ну куда идешь просто? О, у него золотая помпа была, прикинь, дядь. Ладно. Но ему она не помогла. 170 в бороду просто, братан. У этого есть это мясо. Судя по тому, что он 40 раз стрельнул и ни разу не попал, у нас есть шансы, слушай. Один раз попал. А, да? Дай тебе банку. У меня есть. Нифига, мажор. Вот они, мажоры, ребят, в Фортнайте. Че, постреляли? Не говори, что нам еще на голову аирдроп падает. Справа. 35. Где? А, вижу. О, снял, белый. Этот белый, а второй где? Вижу, а второй вот там сидит. Все, один белый. Он запивается за это. Еще дал. Снял. Вот этого. Фул. Блин, ты задолбал. Так, ну мы хорошо сидим, у нас ХГшечка. Прям плотненько. У тебя есть еще рыба. А, там еще типчик стреляет с окна, слышишь? Он к нему двигается, у него походу хил есть. Он взятый. Пускай сидят. Хил. Мы их выиграем. Понял, да? Ты понял? Должны их. А это то есть 100% ты сказал? Да, я пока семечки поем. О, там они застраиваются жестко. Не, ну играть они умеют, как бы. Там башка за мной. Ты аккуратно. То есть, если они нас сейчас нарвут. А чё ты бампу? А, у тебя уже все? Угу. Нифига, что-то ты быстренько. Я певец, Найс, мы сидим, скайп. О, смотри, где дроп упал. Понял, чисто случайно, отсюда к нам. Если только очень тихо. Ну чё там, пацаны, будет что-то здесь палишь? А, он левее вообще. Блин, пацаны, у нас челлендж, давайте без приколов. Спокойненько сдаетесь, все. Выходите с катки просто. Как в чат написать, сдайтесь. Блин, ну они там что-то настраивают. О, сейчас будем спамить, сейчас они пойдут, готовься. 34 дал, 34 дал правому. Аккуратно, один влево уходит. Блин, заколебали. Еще 60 башку дал. Охереть, оно дамажит, слышишь? 37. Капец, он дамажит этот пест реально очень жестко. Но они зашли. У нас рыба есть. Попал, ладно. Считается. Так, и что они теперь будут делать? Че он меня смотрит? У них камень закончится. Аккуратно, чел за углом меня чекает. О, металлисты получается. Так, ну у меня патров еще 200, могу спамить сколько угодно. Ну челики, ну не серьезно так сидеть, алё, ну что это за геймплей пошел у них? Они также про нас сейчас говорят. То же самое. Так, нам надо чуть пониже, наверное, спуститься, я думаю. Вот так где-то, даже еще ниже чуть. Опа. Да, вот так хватит, чтобы мы просто не разбились. Они. На, 44 тогда, братик, тебе. Вот, только ты поднимись ко мне назад. Нет, стреляй. О, чё, хилимся, пацаны? Не, хилиться нельзя. Хилиться там, смотри. Давай спамить этих чувачков. Что-то они там кипишуют, у них там еще 40 дал. Забей, залезь ко мне. Чтоб они случайно тебя не нокнули.
Да-да, так обычно начинается потом. Не очень ситуация. Поднимешься ко мне? Думаешь, нам надо. Вот, я вижу. О, мы можем здесь застроить их. Они еще 40 дал. Ой, им там вообще они потом не вылезут. Все. Ну только здесь есть камни, такое себе, конечно. Они не вылезут на гору. Пацаны, ну что будете делать? А на гору? Да, на гору зона идет. Найс. Я их здесь слышу. Лол. Не-не. Че, волчонок, больно что ли? Не-не-не, пацаны. Все, ГГВП. О! Хорош! Сюда, пацаны, сюда. Вот такой вот был, ребят, челлендж. Берутся. Челлендж оружие только от NPC. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Надеюсь, вам понравилось. Всем пока.